для себя подумала о том, что время-то очень быстро летит, что 25 лет моей службы городу надо, наверное, записать какие-то вехи. Как была комсомолкой, как пришла работать на фабрику. Елена Суханова провела ребятам экскурс в историю, вспоминая Ивантеевку 80-х. Заместитель председателя Совета депутатов рассказала о политических процессах в городе в период перестройки и о формировании местного самоуправления. На этом Елена Васильевна сделала акцент в преддверии Дня парламентаризма в России. Заместитель председателя Совдепа в своем рассказе уделила внимание и горожанам, которые трудились на фабриках и предприятиях Ивантеевки. Также ребята познакомились с коллекцией значков Елены Сухановой и посмотрели архивные кадры из истории города. Часто встречаюсь я с нею.